Creasy's art is dead. He's about to paint his masterpiece. Piece by piece. Fire. What are you gonna do? With fire. What I do best. If anybody opens their eyes at me, and no one gets in my way, I'm gonna kill them. Last wish, please. Last wish. I wish you had more time. Man on fire. Это всегда трудно, когда люди спрашивают, почему вы взяли фильм того или иного человека. Это все инстинкты. Джанкарло Джанини, как я думал, прекрасно подходит в качестве образца для директора Афи Манзана, потому что он эксцентричен, он забавен, он странный, необычный. Мой Манзано очень приятный, очень симпатичный человек. Он любит женщин, он любит поесть, и он очень честен. В этом его проблема. Он очень честный. И его окружает коррупция. Работать с ним очень просто. Он каждый вечер рисует раскадровки. И утром вы видите на сценарии маленькие рисунки. Вы видите свое лицо, свои движения на сценарии. И делаете все, как в раскадровках. Все просто. Давайте передвинем отметку Джанкарло чуть правее. Удаленная сцена. Ты Санчес? Да. Вам нужны друзья, которые здесь все знают. Этот персонаж необычайно силен для женского персонажа. А это очень редко встречается у второстепенных персонажей. Ее ум, то, что она делает с сюжетом, как она помогает ему продвигаться, все это очень тонко, но интересно. И женщина, ее прообраз, я как бы имитирую ее, я воздаю ей почести, потому что на самом деле она не такая. С этой женщиной сразу понимаешь, что она умная, решительная, сообразительная, и ей очень дорога ее страна. Она правда хочет, чтобы эти ужасные вещи прекратились. Мотор. Не актеры, простые люди, они думают, что, изучив материал, можно просто идти и быть репортером в течение недели. Так нельзя. Так нельзя. Это не поможет вам играть лучше. Вам поможет ваша связь с героем. Вас что-то притягивает с другого конца комнаты, вы проходите в центр и остаетесь здесь. Если ты не чувствуешь связи, ты страдаешь, тянешься, мучаешься. Я не чувствую себя репортером. Я не могу. Не могу. Я не чувствую себя репортером. Тогда я говорю себе в жопу. Ой, извините. Я говорю, забудь об этом. Ты просто должна войти в роль и быть в ней. Я думаю, что вы и Питер Амос – жертвы этой организации. У меня с Самуэлом очень тесные отношения, потому что его отец был моим лучшим другом. И мой долг перед его отцом и перед ним – заботиться о его благополучии и интересах. Поэтому, когда он начинает тонуть, я хочу помочь ему. Мы с Тони придумали, как играть этого человека. Потому что эту роль нельзя читать напрямую. Ее нельзя читать с листа, так сказать. Мы пытались более-менее сделать так, чтобы этот персонаж не был столь очевидным, потому что вы оказываетесь в мире киднеппинга. Мой персонаж проворачивает это дело. В нем много уклончивости. Много уклончивости в моих ответах, в моих вопросах. Мотор, ребята. Удаленная сцена. Как телохранитель, вы можете где-нибудь схлопотать пулю? Заслонить своего хозяина? Мне платят не за защиту мистера Рамоса. Хороший ответ. Потом вы узнаете, что отец Марк Энтони, он сам и я,
очень близки. Он потерял опору. У него очень красивая жена, которую он не должен огорчать. Для американки она хорошо знает, как устроена эта страна. Она знает людей. Она знает тебя, мой маленький приятель. Мой маленький лобковый волос. Но если ты свалишься с инфарктом, эта сучка перешагнет через тебя. Слишком поздно. Тони дал мне сигары, чтобы я курил за столом. И я от них улетел. И мы начали смеяться во время разговора, и Тони сказал: «Так, продолжайте. Ребята, вы отлично работаете, замечательно. Так и продолжайте. Очень хорошо». И чем больше сигар мне давали, тем чаще я не мог произносить фразы без смеха. И он начал смеяться. Не знаю, использует ли Тони эти кадры, но мы славно провели день. Для американки она хорошо знает, как устроена эта страна. Прошу прощения. Я просто предлагаю способ, как ему удержать свою жизнь целой, удержать свою жену и заработать немного денег. Хороший этот способ заработать или плохой, неважно. Сейчас это единственный способ. Мотор, Хавье. Спасибо. Это безвыигрышная ситуация. Вы делаете что-то и знаете: «Черт, я попадусь, я обошкусь». Вы чувствуете, что произойдет что-то плохое. Вы читаете этот материал и не знаете, что произойдет на следующей странице. И тут вы с Тони, у которого каждый день появляются новые идеи. Например, сегодняшняя сцена прошла бы хорошо, но то, что мы сыграли ее на патио, на веранде, в дождь, придало сцене настроение, придало ей веса. Вы чувствуете, будто вы тонете. Она моя дочь, Джордан. Я знаю. Все будет хорошо. Я пытался взять в фильм тех актеров, которым, как мне казалось, будет комфортно в их ролях, чтобы они на самом деле были такими, чтобы они играли самих себя. Это как взаимно отталкивающимися цветами. При подборе актеров я пытаюсь совместить красный с черным. Я говорю об эмоциональном кастинге. И я думаю, что у нас очень интересный, смелый актерский ансамбль. Мексиканские актеры, человек, который играет коррумпированного главу дивизиона по борьбе с киднеппингом, его зовут Чичо, он удивителен. У него один глаз полузакрыт, он очень грузный. Простите, я ничего такого не хотел, это был просто бизнес, мне очень жаль. Я же профессионал, вы знаете. А потом актер, который играет плохого парня, Роберто Соса, он потрясающий. Он постоянно присутствует в кадре. Хотя вы ни разу не видите его по-настоящему. Вы проедете по кругу два раза. Мотор. Давай садись. Удаленная сцена. Меня уважают. Знаешь почему? Потому что я держу свое слово. Нам с Тони нравится эта атмосфера здешней коммуны экспатриантов. Знаете, эти странные персонажи, которые немного не такие, но каждый из них делает то, что может, чтобы все стало лучше или в случае с похитителями хуже. Ища информацию, я искал реальных людей. И они всегда отличались от того, что вы можете себе представить, к чему вы привыкли. Они странные, и они всегда намного интереснее, потому что мы привыкли к тому, что мы видим по телевизору, в прессе, мы верим, что они такие и есть. Когда я был в Мексике, я узнал, что есть новая Мексика, которая пытается избавиться от наркотрафика, от преступности. И я встречался с людьми, молодыми людьми, которые посвятили себя очистке Мексики. Это показалось мне интересным, поэтому я привнес в фильм реальную историю. Город Бога. Натурные съемки. Мексика. Дензелу с трудом удавалось пройти от своего трейлера на съемочную площадку или к машине. Так много было у него телохранителей, потому что все боялись того, что мы снимаем фильм о киднеппинге в мировой столице киднеппинга. Большой трудностью была съемка в тех местах, где это действительно происходит. Мехико сам по себе город-монстр. Тони был нужен урбанистический облик, городская суматоха, цвета и звуки города. Все. И за последние 50 лет никто никогда не снимал Мехико в таком масштабе.
Американцы там были очень соблазнительной мишенью. И я слышал об угрозах. Были случаи, когда начальник полиции Мехико приезжал к Тони и его людям и говорил им: «До нас доходит кое-какая информация, так что усильте свою охрану». У нас было несколько очень рискованных ситуаций, прямо как в городе Бога. Мы отправились искать натуру в одном из барио ночью. В одном из самых опасных барио в Латинской Америке было 11 часов. Внезапно появилось 6 ребят, 12 ребят, а нас четверо, с нами телохранитель. И тут их уже 20, все они без рубашек, 11 часов ночи, все под крэком или еще под чем-то. Они сели, и тут, откуда ни возьмись, появились 40-50-летние главари. Наш телохранитель достал свой большой никелированный пистолет 45-го калибра. Он встал посреди этих ребят, все заорали, и все вдруг достали оружие. Тут подъезжает патрульная машина, подходит полицейский. Это настоящее мексиканское противостояние. Он просит нашего парня показать документы. Наш телохранитель Флавио ищет свои документы, и тут на него напрыгивают. Его всего избили, полицейского всего избили. И мы забежали на пешеходный мостик. Полицейского избили, он уполз к своей машине и уехал. Они ударили Флавио по голове пистолетом, приставили пистолет к его голове. Пока мы были на мосту, натянули ему рубашку на голову, выбили ему зубы, сломали скулу. Они приставили к его голове пушку, угрожая, что если мы не спустимся, они убьют его. Это было за неделю до начала съемок. К нам в 3 часа ночи подъехали 4 бронированные машины, у всех широко открытые глаза под метамфетамином. Все выставили дуло в приоткрытые стекла. Первоначально, когда Тони обратился ко мне, мы снимали фильм по книге. Его действие происходило в Италии, что было очень интересно, потому что мы все очень хотели съездить в Италию. Потом Тони стал искать альтернативный базис для сюжета. Я думал снимать фильм в Бразилии, в Рио, потому что в Бразилии, как и в Мексике, киднеппинг — огромная проблема. В первом сценарии, который я читал, действие происходило в Италии. И, конечно, действие немного изменилось, когда было решено ехать в Мексику. Он поехал туда с парой скаутов, чтобы осмотреться, и влюбился в Мехико. Он уже пару раз работал в Мексике, поэтому он вроде как знал, что его ждет. В плане действия Мексика — очень интересная страна. Ее облик идеально подходит для такого фильма. Мы снимали фильм в Мехико. Насколько я знаю, здесь очень давно не снимали большие фильмы, так что люди увидят то, что они не видели раньше. Я здесь многое узнал, много нового. Поместить Дензела в Мехико — одно это уже интересно. Знаете фотографию Мехико с кругом в центре? Вы ставите его в этот круг и говорите: «Это интересная фотография». В первую очередь, нужно было найти натуру, которую задумал Тони, которая была в сценарии, поэтому мы поручили скаутам искать эти места повсюду. Мы смотрели и другие города, но Мехико дал нам все необходимое, и по мере поисков мы стали осознавать, какой огромный фильм нам предстоит снять в очень неприветливом для киношников городе. Не потому, что люди не хотели видеть нас здесь, но в том плане, что улицы здесь очень узкие. Нам приходилось по ним возить киносъемочные трейлеры. На улицах много народу, все это очень сложно. Первое, что мы поняли в этом заброшенном городе, это то, что передвигаться в этом городе очень трудно. Поэтому в первые дни нам пришлось использовать вертолет. Мы начали искать натуру с воздуха, потому что в сценарии было
столь конкретно прописано, какие должны быть места, какие должны быть помещения, определенные вещи. Мы затрагивали обе крайности. Знаете, Мехико — город крайности. Богатство и бедность здесь просто невероятные. Тони быстро это прочувствовал. Также с воздуха мы увидели вот еще что из того, что не видно с земли. Эти районы буквально расположены бок о бок, они совсем рядом. В этом огромном городе все рядом. И Тони полюбил его энергию, цвета, настроение, все. Старый район города — это 16 век, это потрясающе. Потом вы едете в Баррио. Баррио удивительное. Мы ездили в Баррио под названием Лос-Акос, когда нам запретили ездить в Незу после того, как побили нашего телохранителя. Студия запретила нам ездить в Незу. Тогда мы поехали в Лос-Акос, там здорово. Это Баррио плоское. Мы называли Лос-Акос Сан-Франциско всех Баррио, потому что оно могло бы быть в Марокко или в Кувейте. Там невероятно красиво, это странная красота. Это Баррио, грязное, красивое, мрачное, опасное, сексуальное. Оно прекрасный фон для этого фильма. Он очень любит вести съемки в конкретных местах. Нам много раз приходилось адаптировать натуру под требования сцен, под определенные требования. И иногда нам приходилось делать из натуры совершенно новое место. Мы всегда пытаемся выбрать для работы натуру, которая требует минимума работы. Потому что, во-первых, это отражается на бюджете. Во-вторых, потому что мы и так показываем Мексику. Поэтому мы изменили натуру в зависимости от персонажа. И все. Вилла. Мы наткнулись на этот потрясающий дом, который находился в спячке. Там жил старик в одиночестве. Не знаю, лет 10-15. И он коллекционировал все. Он каталогизировал и хранил все. Так что мы оказались в музее. Это был просто божий дар. Мы обнаружили этот дом с воздуха во время поисков на вертолете, потому что мы искали конкретную географическую схему с бассейном, комнатой над гаражом, со связью между этими объектами и спальнями и так далее. Мы 2 или 3 раза вылетали на вертолете на поиски и нашли это место. Здесь мы пытаемся показать вес и прошлое его отца со всеми этими древностями и разными реликвиями, которые он собрал по всему миру. Все это мы смешали с более современными и слишком смелыми вещами, например, с леопардовой шкурой или с зеброй в комнате у бассейна и так далее. Это латиноамериканская эксцентричность. Мы внезапно попадаем из роскошного района высшего класса Лос-Ломос, из богатых районов Мехико, в настоящее Мехико, хотя все это настоящее Мехико, в другие районы Мехико, районы, которые вы никогда не видите. Это одна из вещей, которую Тони так потрясающе добавил в фильм. Он умеет находить такие вещи, раскапывать их. Он отправляется в Незу, в Афи. Никто не посещал Афи, как мы. Мы фотографировали там. Это было потрясающе. Таков Тони Скотт. Он приводит вас в такие места. Работать в Мехико было очень трудно. Здесь много всего происходит, здесь очень трудно работать. Здесь очень тесно, трудно перемещаться, маневрировать и быстро делать то, что нужно сделать. У нас отличная местная команда, это очень опытные люди, но всякий раз, как Голливуд отправляется куда-нибудь, ожидается, что люди должны соответствовать голливудским требованиям. Once we selected the
Когда мы выбрали натуру, мы начали просить власти помочь нам. Мехико сейчас новая демократия, они очень любят демократию. Мехико разделено на 17 маленьких государств. У каждого из них свой губернатор, каждый состоит в своей партии. Над ними тоже стоит губернатор, поэтому было очень непросто найти, кто главный, с кем связаться. Это не то, что в старые времена, когда звонишь президенту или встречаешься с ним, один звонок и все улажено. Это было очень трудно. Одной из самых больших производственных сложностей было попытаться попасть куда-то, получить разрешение взорвать машину, когда, например, в одной сцене Денцел берет гранатомет и стреляет в проезжающий конвой. Для этого нам нужно было перекрыть перекресток на пару дней. Был огромный шар огня, спецэффекты. Мы пытались найти перекресток, который соответствовал бы творческим требованиям Тони, а ему нужен был оживленный перекресток. Нам пришлось найти оживленный перекресток, который мы могли бы контролировать. Самыми сложными съемками были съемки экстерьера клуба, в который Денцел идет, чтобы искать Дакоту. Обычно такие съемки планируются на 3 дня. Он входит, съемки внутри, он выходит, потом сам взрыв. По нашему графику мы должны были снять, как он входит, выходит, все диалоги во время взрыва за одну ночь. Так что это было очень непросто. Мы вели съемки 15 камерами, включая меня, 16-миллиметровой камерой и людей с такими камерами, как у вас. Камеры были у ассистентов и техников, у видеотехников. Пара камер была на крышах в паре кварталов отсюда. Мы снимали с крана, с людьми на переднем плане, с тележки. Мини-камеры стояли в пожарных коробах. Пришлось многое координировать. Все это было сделано с 5:30 утра до 6:30, когда начало светать, и мы взорвали здание. Уже светало, так что мы очень спешили. Мы снимаем фильм с известными актерами, поэтому требуется время на то, чтобы перегородить площадку, отрепетировать, все подготовить, так что нам было нелегко. Ну и ночка. Большое спасибо. Тони самый трудолюбивый человек в съемочной группе, определенно. Он спит по 3-4 часа в сутки, он рассчитывает, что люди, окружающие его, будут работать как он, будут такими же преданными своему делу и будут твердо стремиться воплотить в жизнь его идеи и цели любой ценой, даже если для этого нужно пойти к президенту или попросить его об услуге, или если надо встать на колени перед членом городского совета или сделать то, что сделать попросту невозможно. Между прочим, он и это требовал. Да, это был тяжелый день. Надеюсь, сегодня будет попроще. Нужно многое снять, как обычно. Работать над фильмом Тони Скотта просто здорово. Возникает множество трудностей. Самое большое из них — это твое физическое состояние. Что, должен вам признаться, я люблю, просто обожаю, потому что он находит в тебе качества, о существовании которых ты не знал. Ведь это самое главное, потому что мы всегда одинаковые, мы не движемся вперед. Снимаем. Он хочет, чтобы все было подчинено камере. У него великолепное видение, его запросы великолепны. Но в конце концов, важно то, что появляется в кадре. И он наполняет кадр целиком, он снимает невероятно интересные вещи, так что, хотя он предъявляет большие требования к нам и к присутственной группе, смотрится это просто здорово.
огонь и страсть, визуальный и эмоциональный стиль. Подход к облику фильма сильно изменился по сравнению с тем, какой он был, когда мы начали съемки. Вначале мы искали сходство с «Городом Бога», шероховатыми на вид независимыми фильмами, с фильмами, к которым мы с Тони привыкли. Так что мы искали такой облик для фильма, когда начали вместе с Тони искать натуру, а потом мы переключились на другую скорость и стали искать для начала истории немного более традиционный стиль повествования. По ходу фильма мы использовали разные киносъемочные приемы, а во второй половине фильма вы увидите другие кинематографические приемы. Когда я думаю о съемках фильма или рекламного ролика, я начинаю экспериментировать, чтобы найти... Я использую различные приемы, чтобы обозначить эмоции и внутренние переживания персонажа, например, персонажа Дензела, потому что мы видим этот фильм глазами Дензела Вашингтона в «Кризе». В наши дни мы перешли к цифре, создаются разные спецэффекты, есть разные приемы, а мы использовали камеру 19-10 с ручным изменением скорости пленки, так что мы пошли в противоположную сторону, назад. Знаете, не чувствуется, что это 19-10, кажется, что это документальные кадры, потому что они выглядят очень реально. Вы думаете, черт, я попал в события, которые происходят на самом деле. Этот способ основан на традиционной ручной прокрутке пленки. У камеры сбоку есть ручка. В прошлом нанимали людей, которым платили за способность поддерживать в камере скорость пленки 25 кадров в секунду. А что мы делаем? Знаете, это интересно, потому что мы раньше снимали много таким методом. Я так снимал до того, как познакомился с Тони. Мы сняли таким методом несколько реклам. В этом фильме мы перенесли этот метод на новый уровень. Мы используем множественные экспозиции, например, 2, 3, 4, 5 экспозиций в любой момент времени, в определенных сценах. Мы прокручиваем пленку назад, вперед, с разной скоростью. Этот прием отражает напряженность и эмоциональное состояние персонажа Дензела. Сцена, в которой Дакоту похищают, для меня очень тревожная, волнительная сцена. Эта сцена разработана так, чтобы, когда вы начинаете чувствовать, что происходит, время остановилось. Мы растягиваем время. Так это происходит в голове у Криси. Мы разработали визуальный план. Внезапно мы видим, как две полицейские машины въезжают в портал здесь, еще пара машин здесь, и Дензел начинает замечать другие детали. Он подъезжает сюда, это хорошо, и тогда я... Главное здесь, что я вижу, как он остановился и начинает сдавать назад. Он виден в движении назад. Просто покажите ногу на педали, потом вы видите, как он едет. Да. В тот момент, когда он видит, что что-то происходит, мы применили пару кинематографических приемов. Мы делаем обход вокруг него на 360 градусов, и он начинает осматриваться, смотреть во все стороны. А потом мы переходим к тому, что мы называем каруселью. Камера на одной стороне, он на другой, так что он кружится вместе с камерой. Он как будто растерялся. Что делать? Куда идти? Замечательно. Да, именно такой взгляд. Хорошо. Замечательно. Еще раз хочу. Мы взяли 4.35, камеру Arri 4.35. Я поставил ее на прямой угол и открыл затвор на камере, чтобы создать эффект прочерчивания. По мере того, как мир проходит мимо него, он прочерчивается линиями и размывается. Это подводит сцену к моменту похищения. Одновременно мы используем камеры с ручной прокруткой пленки, мы видим странные, дерганные движения. Вы чувствуете, что вы окунаетесь в его разум и в его проблемы. Беги. В психологическом плане мы уже настроены определенным способом, поэтому мы знаем, что этот персонаж начинает смотреть на вещи со страхом в своем сознании.
Я всегда рисую раскадровки. В раскадровках я изображаю свои идеи, свои заготовки. Вот раскадровки. Это все равно, что рисовать картины. Так вы начинаете понимать, кого вы возьмете на роль, какова ваша цель в той или иной сцене, на той или иной натуре, какими будут звуки. Я пытаюсь обрисовать всю аудиовизуальную атмосферу. Я использовал позитивную пленку, которая, как я говорю, подчеркивает реальность. Она делает цвета более живыми, белое становится более белым, а черное более черным. И мы использовали кросс-процессинг, это еще один способ обработки пленки. Так что мы использовали ручную промотку пленки, позитивную пленку, кросс-процессинг. Мы даже сняли Мехико с вертолета, показав Мехико красивым, сумасшедшим и опасным городом. Вы думаете, черт, чем этот парень, оператор, обкололся? Но это свежий взгляд. В этом нет ничего оригинального, знаете. Ребята, последние 10 лет... Знаете, мы использовали ручные изменения скорости пленки, снимая для United Airways черно-белый ролик и ролик для BMW. Но все это начиналось с Nine Inch Nails, с их раннего клипа Closer to God. Я сделал это тогда, но тогда я использовал этот прием как визуальный трюк. Мне кажется, я впервые смог взять и использовать его для визуального повествования в фильме. В визуальном плане мы хотели сделать так, чтобы ситуация в парке казалась повседневной, привычной. Это идеальная натура, красивый сквер. Я слышу запахи и музыку, фортепиано, его звуки разносятся по всему скверу. Сначала мы выбрали натуру в дальнем конце сквера, но когда мы вернулись туда месяц назад, все начало зеленеть и не было света, поэтому мы перешли в южную часть сквера, чтобы снимать на восток и на запад, как раньше. Для Тони самое важное — это свет. Все вращается вокруг солнца. Свет, окна, дверные проемы — все разыгрывается против света. В этом плане я очень многому научился у Тони, потому что он знает, как работать со светом. Когда Тони снимает сцену, у него работают сразу 6 камер. Одна на меня, одна на Дензела, одна берет общий план, одна снимает нас обоих. И он находит маленькие детали, чтобы взять их крупным планом, важные детали. Опять на нее? У нас есть разные камеры, несколько звуковых камер, пара высокоскоростных камер ARRI. Мы снимаем на камеры Panavision. Они превосходят маленькие камеры по маневренности и звуку. ARRI 4.35 для высокоскоростной съемки. Также 2.3-16-мм камеры, которые мы также задействуем в этих методах съемки, и две камеры с ручным изменением скорости пленки. Так что у нас чуть больше камер, чем хотелось бы студии, но мы используем их каждый день, ежедневно. Мы используем много пленки, мы постоянно снимаем на все камеры. Многокамерная съемка — это безумие. Стараешься сделать так, чтобы для каждой камеры было определенное освещение, но неизбежно получается так, что некоторые камеры в результате смотрят друг на друга. Поэтому получается много отснятого материала, который имеет пограничное качество или брак по свету, или по линии глаз. Проблема в том, что многокамерность помогает сделать многое, снять много действий. Ты снимаешь игру актеров в реальном времени, но внезапно у тебя может получиться не лучший свет, ты можешь взять профиль актера крупнее, чем тебе нужно, так что с множеством камер все неоднозначно. Помимо этого, это кошмар. Разные пленки, разные экспозиции, разные фильтры. Девятикамерный Тони. Знаете, он настоящий мастер. В первую очередь он художник. Он рисует красивые полотна. У него есть замечательные кинематографические идеи. В половине случаев я понятия не имею, что он делает со всеми этими камерами, но он меня всегда вдохновляет и одновременно учит.
Тони выбрал эту совершенно удивительную натуру с вулканом в районе, где мы сегодня находимся. Это место возле Пуэбло. Натура поразительная. Это очень удаленное шоссе посреди неизвестности. Над ним проходит мост, а на заднем плане этот удивительный вулкан, который символизирует важность сцены и персонажа Дензела, человека, способного обменять себя на эту маленькую девочку. Ability as a man to trade himself for, you know, this little girl. So это довольно впечатляющая сцена. Здесь смешались свет, дождь, солнце, гром, молния, а вчера небо расчистилось и произошло извержение вулкана. Все это произошло за два дня, что мы снимали эту маленькую сцену, эту сильную сцену. Это просто удивительно и сильно в плане эмоций. Просто снимать там и быть там. Это одна из таких странных историй. Все получилось. Ему было суждено снять этот фильм. На это ушло много времени. Он его снял. Тони впервые занялся этим проектом 20 лет назад, а я впервые занялся им 13 лет назад. Так что для многих людей, для Арнона, для Тони, для меня, это была многолетняя одиссея, которая привела нас сюда. Я думаю, что этот фильм уникален тем, что это большой фильм, и он не стесняется того, что он говорит нам. Многие высокобюджетные фильмы на самом деле ничего не говорят, потому что они не хотят никого потревожить, испугать. В них нет политического посыла, они как мыльный пузырь. Но я чувствую, что этот фильм, даже с его героем и сюжетом, заводит вас в очень мрачное место, и вы не уверены, нравится ли вам, что вы видите. Согласны ли вы с этим, или вы это ненавидите, или вас тошнит, вы не знаете, какова будет ваша реакция. В начале фильма Криси дошел до того, что он думает, что все зря, все не важно, ничто не имеет значения, а к концу он понимает, что он ошибался, что, опять-таки, все не зря. Жизненная борьба, какие бы формы она ни принимала, ведет куда-то, и она не тщетна. Это история о людях, обычных людях, которые борются, сталкиваются в своей жизни с препятствиями. Это фильм, это история о святости жизни, о ценности семьи, о том, что с этим нельзя играть. Я думаю, что это своего рода дуга, духовная дуга. Он вновь обретает контакт с самим собой, со своей душой, со своим духом. Вы никогда не удаляетесь слишком далеко. В том, что касается персонажей, вы никогда не теряетесь окончательно. Вы никогда не достигаете такой глубины отчаяния, откуда вы уже не можете выкарабкаться. Знаете, ангелы где-то здесь, просто вы не знаете, когда кто-то из них рядом с вами. Чтобы видеть их, нужно открывать глаза. И иногда ангел может быть прямо рядом с вами. Поначалу эта девочка кажется очень занудной проблемой, эта девочка задает тысячу вопросов. Она очень яркий человек. Она помогает ему пересмотреть свое прошлое, примириться с ним. И помогает ему, в конце концов, пожертвовать собой ради нее. Это фильм не о сентиментальности, а о честности в очень волнительной ситуации. Когда у вас есть дети, и их отнимают у вас, вы это чувствуете.